По разным оценкам, в нашей республике целых 20% населения семейские. Больше всего представителей этой этнокультурной группы проживает в Турбогатайском районе. Староверы считаются очень трудолюбивыми и принципиальными людьми. Основной целью наших мероприятий является всемерное содействие процессу сохранения и развития уникальной культуры старообрядцев, включенной по решению ЮНЕСКО в список шедевров культурного и нематериального наследия человечества. Одна из тем для обсуждения – это сохранение культуры и традиций староверов. Но что-то безвозмездно утеряно. Например, еще 100 лет назад семейские не пили и не курили. Это строго порицалось. А есть особенности, которые присутствуют в жизни старообрядцев до сих пор. Традиция скорее относится к каким-то ментальным устремлениям. Да? То есть вот, и вот традиция поиска справедливости, поиска Бога, да, так сказать, она никуда не девалась, она просто трансформировалась. Еще одна тема, которую обсудили наши гости, это экономика старообрядцев в современном мире. На первый взгляд звучит непонятно, как у отдельной этнокультурной группы может быть своя экономическая система. Как оказалось, форумчане подразумевают под этим взаимоподдержку бизнесменов-староверов на фоне мировых гигантов производства. Мировая экономика, которая не хочет видеть молодого или того или иного национального предпринимателя на рынке. Потому что рынок они определили, они сами играют в свои игры, друг другу продают, и прежде всего нам продают вот ту продукцию, которая есть в любом супермаркете. Староверы пробудут в Бурятии несколько дней. За это время пройдут конференции, форумы и завершающий гала-концерт.